На эти даты стоял очень сильный снегопад и вчера, и сегодня, и его нет. Упало 3 снежинки, ветер, а снегопада нет. А завтра опять солнце, завтра, послезавтра, и только на среду и четверг стоит опять снегопад. Но будет он или нет, никто не знает. Бетонное царство продолжается. Но мне особо снег сейчас и не нужен. У меня в ближайшие дни с понедельника по субботу будут 2 школы базового уровня подряд. И того снега, что сейчас выпал, его вполне достаточно. Склоны учебные обновились. И мне их на 2 школы хватит вот так. Сильный снегопад мне не нужен, потому как учиться лучше вот в таком плотном снегу. Когда солнышко, когда минус 3, минус 5, без ветра, очень комфортно и приобретается навык управления горным снегоходом. Если зарядит большой снегопад и выпадет много снега, мы будем рыть, а не учиться, а это не очень хорошо. Переходим к вопросам и ответам. Хотите ли вы, Алексей, теперь перейти на Lynx? Лично мне ни один новый снегоход не зашел. Старый бундокер в моем сердце самый лучший снегоход. Самый лучший снегоход, который всегда в сердце, это первый снегоход, на котором ты научился ездить. В моем сердце всегда будет Буран 82 года выпуска. А если по сути вопроса, то нет, я не хочу перейти на Lynx. Однозначно моим следующим снегоходом будет Эксперт с мотором Turbo R на 180 сил. А вот какой? Черный с обычной приборкой, либо серый с цветной приборкой с тачскрином, это я еще думаю. Алексей, добрый день. Что думаешь об удлинителе рельс? Тем самым удлинить трак, например, со 146 до 154. В принципе, это рабочая тема, и раньше мы это делали. Когда мы ездили еще на Polaris'ах Pro Ride, была мода на длинные траки, и обычно люди покупали 155-й Pro RMK, ставили удлинители и делали из 155-го 163-й. В принципе, тема рабочая, только зачем? Если у вас уже есть снегоход и вы хотите удлинить трак, допустим, со 146-го на 154-й, то да, в принципе, такое возможно. И, кстати, эти удлинители продаются и в Штатах, и у нас их купить можно. Но опять же, зачем это делать? Это нужно очень сильно хотеть удлинить трак. А так, в принципе, если вы купили 146, ну, ездите на 146. Можно единственное, что увеличить зацеп. Пипец цены. Какова, интересно, производственная себестоимость? Ну, себестоимость снегохода мы не узнаем. Единственное, что, скорее всего, она тоже высокая, потому как цены примерно одинаковые. Что у Polaris, что у Arctic, что у BRP. А насчет пипец цены, так
где они, пипец? Они практически не выросли по сравнению с прошлым годом. Сейчас рекомендованная розничная цена эксперта 154-го атмосферного 22-го модельного года 1 791 тысяча рублей, то есть 1,8 миллиона, грубо говоря. Рекомендованная розничная цена эксперта атмосферного 154-го 23-го модельного года 1 миллион 890 тысяч рублей. Это рекомендованная розничная цена. А еще будет акция «Ускоряем зиму». Там примерно 9% можно отминусовать. И только так нужно заказывать эти снегоходы. И получается цена где-то 1,7 миллиона. То есть, в принципе, дешевле, чем прошлый год стоит сейчас. Где пипец цены? Они точно такие же. То, что турбированный снегоход стоит более 2 миллионов, так он и раньше был больше 2 миллионов. Поэтому цены практически не выросли на 100 тысяч рублей где-то примерно. Но учитывая, что он стоит около 2 миллионов, а турбоснегоход за 2 миллиона, 100 тысяч рублей это меньше, чем 0,5%. Ни о чем. Здравствуй, Леха. Здравствуй, Олег. Видимо, ты меня знаешь, раз обращаешься ко мне, Леха. Что думаешь об ушедшей в прошлой серии снегоходов BRP-1200? Есть ли перспективы на будущее у данного типа двигателя? Четырехтактный двигатель Rotax с объемом 1200 кубических сантиметров ушел в прошлое навсегда, и он больше не вернется, потому что на замену этому двигателю пришел Rotax 900 Ace и Rotax 900 Ace Turbo и Rotax 900 Ace Turbo R. Очень хорошие двигатели, которые будут ставиться на снегоходы BRP, и двигатель 1200, ну, видимо, по каким-то причинам от него отказались. Сейчас четырехтактные 900-ки и турбовые, и атмосферные. Что касается перспектив на будущее у данного типа двигателей, я имею в виду четырехтактные двигатели, пока что гибридов и электрических двигателей не появилось, будут четырехтактные двигатели, потому что они надежные и экономичные. Это рекомендованная цена, наши дилеры накрутят еще и цена будет выше. Абсолютно бестолковый комментарий, потому как дилеры придерживаются рекомендованной розничной цене. Они могут накрутить, но тогда они ничего не продадут. Если вы создадите очень большой спрос, допустим, на эксперты, да, а экспертов будет заказано мало, тогда да, они могут приплюсовать что-то к своей цене. На данный момент от рекомендованной розничной цены, наоборот, будут отминусовывать. То есть будут скидки. Например, по акции «Ускоряем зиму». Там будет отминусовано около 8-9%, как это было в прошлые года. То есть, если у нас эксперт атмосферный стоит 1,890, то минусуем где-то там 9-8%, это примерно там 170 тысяч, и получаем 1,700 с копейками цена. Отлично. Цены уже есть, вполне адекватные, сильно не выросли. Эксперт от 1 миллион 890 тысяч рублей. Да, все верно, цены уже есть, они есть у ваших дилеров, так что можете позвонить, спросить, сколько стоит конкретный снегоход. Давайте пробежимся немножко по ценам. 154-й атмосферный эксперт, черный с обычной приборкой, стоит 1 890, то есть это самая минимальная цена на эксперт. Дальше, с цветной приборкой он стоит уже 2 миллиона 5 тысяч рублей, то есть на 115 тысяч дороже. 154-й эксперт Turbo R, турбированный, с обычной приборкой, стоит 2 миллиона 213 тысяч рублей. 22-й модельный год стоил 2100, насколько я знаю, даже 2100 с копеечкой, то есть цены остались такие же, а с учетом скидки по «Ускоряем зиму» цена будет еще меньше. 154-й эксперт с мотором Turbo R и цветным дисплеем с тачскрином стоит 2 миллиона 328 тысяч рублей. Ну, 165-й стоит, естественно, дороже. Самый дорогой 2,365. Честно говоря, я думал, что он будет 2,5 стоить. Но цены вполне адекватные. Шреддеры чуть подешевле, но идут только с турбированными моторами. 3900 с мотором Turbo R
с обычной приборкой 2165, с цветной приборкой 2281. То есть где-то они примерно рядышком с экспертами идут, чуть подешевле стоят. А самый дорогой из шреддеров это RI3900 Turbo R с цветной приборкой 2391. Это флагман. Такие цены. Вообще снег кончился, выключили. Итак, ребята, сегодня заключительная серия про проект Lynx Commander Evacuator. Сегодня я заканчиваю этот проект. Немножко он получился не такой, как я задумал. Не было у нас реальных эвакуаций, я просто на нем катался. Но, тем не менее, снегоход получился огненный. Давайте переместимся в гараж, и я расскажу, как я его купил, за сколько я его купил и сколько я потратил на этот проект. Сколько он мне обошелся. Погнали. На улице солнечная погода, солнце. Практически нет ветра, но это сейчас, утром задувало, и не снежинки. Это очень печально. Там затянуто, там наверху синее небо, вон там даже облачка проглядывают. И с той стороны тоже все синее небо. Да, да, дела, дела. Видите, ноги торчат. Дети там роют ходы себе в сугробе. В общем, ребята, Commander, да, давайте вспомним, как это было и проговорим бюджет. Командор, а на заднем плане еще стоит Буран. Но Буран, скорее всего, уходит на следующий год. Итак, господа, во сколько мне обошелся этот проект Lynx Commander Evacuator со светом, с лебедкой? В начале сезона я уже делал видео, где рассказывал, как я купил этот снегоход и за сколько я его купил. И я нашел очень хороший вариант. Lynx Commander 800 E-Tech с гусеницей 51 см и зацепом 44 мм, то есть 1,75 дюйма. В Москве за 600 тысяч рублей. Сейчас уже это объявление снято, потому что я еду за ним. Но в целом 13 выпуск, 14 модельный, 600 тысяч рублей. 800 E-Tech такой, как на саммите мотор. 51 трак, 1.75 зацеп. Самый большой зацеп среди утилитарников. Я просто не раздумывая снимаю деньги и мчу на всех парах, чтобы его забрать. Уже договорился с владельцем, он снял объявление, ждет меня, в общем, скоро я стану обладателем одного из самых мощных утилитарников BRP, для того, чтобы потом пожечь на нем в горах Кузнецкого Алатау, так что едем забирать снегоход. Ура! Доехали! Сейчас будем смотреть снегоход. Да-да-да, есть наличие. Все, здесь. Commander 800.
Так, ну что, господа. Это оказался мой подписчик. Так что все нормально. Будем грузить. Так, ну что, техника эксплуатировалась. Нормально. По назначению. По назначению. В общем, купил я этот снегоход за 600 тысяч рублей по низу рынка. И я не надеялся, что здесь будет мега-супер-пупер новый снегоход. Хотя пробег здесь небольшой, всего 4 тысячи километров с копейками. А сейчас... километров, то есть для этого снегохода это реально небольшой пробег, и за такой пробег убить данный снегоход очень сложно, так как снегоход находился в Москве, а я находился в Санкт-Петербурге, и снегоход по низу рынка, поэтому я хотел его посмотреть лично. Прежде чем ехать, я, естественно, попросил своих товарищей, чтобы они съездили, посмотрели, вообще физически есть снегоход, либо его нет, и посмотрели документы, сверили ВИН-номера, чтобы отсечь все моменты мошенничества на этапе, когда снегохода нет вообще, в принципе, и люди продают просто фотографии. Снегоход оказался в наличии, человек адекватный, поэтому я поехал, посмотрел, забрал и... привез его в Санкт-Петербург, и это обошлось мне в 30 тысяч рублей. Далее, естественно, было сделано большое ТО с заменой масел, подшипников, склиз. В общем, оно обошлось мне в 36 тысяч 400 рублей. В итоге за 670 тысяч рублей я получил снегоход BRP Lynx Commander 800 E-Tech, между прочим, 14-го модельного года, с пробегом 4000 плюс, небольшой плюс, в хорошем состоянии. Ну, это по нашим оценкам, хорошее состояние. В принципе, как бы по пластику есть вопросы, по техническому состоянию вопросов на тот момент, да и сейчас, не было. Хотя я на нем уже сколько здесь катаюсь, несколько было выездов, хотя не было эвакуации, а он покупался именно для эвакуации. Но такой сезон, когда-то их много, когда-то техника ломается, когда-то в какой-то сезон она не ломается. Естественно, так как этот снегоход покупался для эвакуации, нужна была лебедка и дополнительный свет. Лебедка стоила 32 тысячи рублей, КамАЗ, хорошая лебедка, кстати, она ставится на квадроциклы. Свет и передний, и задний вышел в 10 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей за балку. Далее наклейки, красивые наклейки, 24 тысячи рублей, SolarTech, ребята, спасибо, и 20 тысяч рублей... Все это стоило поставить. 15 тысяч рублей поставить лебедку, плюс поставить свет. И 5 тысяч рублей наклеить наклейки. Наклейки мы клеили уже здесь, в Приисковом. И доставка до Приискового мне встала в 25 тысяч рублей. То есть его загрузили в фуру. Фура приехала сюда, разгрузили и получили уже снегоход здесь. Доставка в Приисковый из Санкт-Петербурга встала дешевле, чем из Москвы в Санкт-Петербург. Ну, потому что я ездил сам. В итоге этот снегоход BRP Lynx Commander Evacuator здесь в Приисковом со всем тюнингом, с наклейками, с доставками обошелся мне в 777 тысяч 400 рублей. На самом деле эта цена тоже ориентировочная, потому что было много разных мелких расходов. Например, пульт управления лебедкой я покупал. Он вышел где-то около 1000 рублей, но в общую смету она не попала. Еще ремень. Хотя здесь стоял ремень, но стоял не тот ремень, и я поставил тот, который надо. 571 ремень. Он стоит тоже там около там, 18-20 тысяч рублей. То есть можно сказать, что стоимость этого снегохода примерно 800 тысяч рублей на данный момент. Так как сезон уже подходит к концу и осталось катать
около месяца. Дальше у меня идет Камчатка. Если, конечно, здесь навалит очень много снега, я, быть может, вернусь и в Приисковый, но это не точно. Поэтому я принимаю решение заканчивать этот проект. Это крайняя серия, но если вдруг будет какая-то эвакуация, если кто-то поломается и нужно будет ехать спасать, то, конечно, все это будет на Ютубе. Вообще, этот снегоход я хотел оставить и на следующий сезон. На хозяйстве такая тачка очень даже пригодится. Но, учитывая, что вышла новая платформа у горников и нужно сейчас переобуваться в G5, требуются значительные финансовые средства, так сказать. Поэтому я его продаю. Да, это не будет розыгрыш, это не будет аукцион в прямом эфире, как мы, допустим, продавали квадроцикл. Это будет просто продажа на Автору. А вот за сколько продать, давайте посмотрим рынок и определим, за сколько вполне возможно уйдет этот снегоход. И вообще, давайте я расскажу, как я размещаю объявление на Автору и как устанавливаю цену. Итак, открываем Автору и смотрим рынок. В Автору заходим в снегоходы, выбираем марка и модель. Модель ничего не будем выбирать, а марку выбираем BRP. Нас интересуют снегоходы BRP. 396 предложений. И из этих 396 предложений нам нужно выбрать только утилитарные и туристические. Кроссовые, спортивные, горные, спортивные, кроссовые нам не нужен. Хотя иногда люди путают. Но выберем только утилитарные и туристические. 165 предложений показать. Так, здесь мы сразу же листаем к 600 тысячам рублей, чтобы посмотреть, что сейчас есть за 600. Так как этот снегоход был куплен когда-то за 600. Так, значит, стартует 600 тысяч рублей, скиду Тундра 600-ка. В 2012 года 2950 пробег. Тундра, Скандик 807 год, это сильно старый. Линкс Адвенчер 12 год, 600-ка. 18500 пробег. 18500 пробег. И это не предел. 600-ки ятековые, очень надежные. Тундра 550 2010 года. Тундра 550 2011. Экспедишн 1300 2008. Вообще старый. Тундра 550 2013. В общем, листаем дальше. Хотя бы Йети 600-ка 2013 года 59. 550 написан объем двигателя, а в названии объявления 600. Надо смотреть, в общем. Экспедишн 600-ка 2009. Ну, пока что 650. Ничего похожего на Commander нет. Тундра 550. Скандик 550, 12-й год, GTX 10-й год, Скандик 600-ка 12-й год, 715, 9000 пробег, опять же минус. Вот, а BRP Lynx Commander 800-й, 14-й год, 745, точно такой же, как у меня, 7500 километров пробег. Наклейки, расширители лыж, какие широкие. Большое стекло, заднее сиденье. Сиденье, кстати, было... не шло в стоке, нужно было покупать дополнительно. Ну, 7000 пробег, конечно, большевато. И в отличном состоянии, два хозяина обслужены, готов к эксплуатации. Расширители лыж, подогревы. Подогревы везде идут, можно не писать. В общем, низ рынка 745 тысяч. Низ рынка вырос на 150 тысяч рублей. Я покупал по низу. Так, идем дальше. Скандик 600-ка 11-й год нет, 550-й 13-го года нет, Адвенчер 10-го нет, Тундра 12-го нет, так, за 750 Рейнджер 12-й год, 760 Армеец 7-й год нет, 11-й год Армеец тоже нет, Рейнджер 49-й 12-й год 800 уже. Так, Скандик 14-й год, такая рабочая лошадка 825, Армеец 600-й 14-й год 830, так, это пролистываем, Рейнджер пролистываем, Командор 600-й 12-й год 850, в Костроме 6000 пробег, но 12-й год уже 850, Экспедишн SE 1210 год 980, Туринг 612 год 990, но это совсем новые, наверное.
Вот, Commander 800, 14 год за миллион. 4800 пробег. Вот примерно то, что... на чем я сижу. Да, миллион. Но здесь состояние, конечно, пластик весь блестит, новенький. Хотя пробег такой же, как у меня. Да, гнутые рычаги уже стоят, второе сиденье, кофр. В общем, да, стоит рассмотреть. Продам Lynx Extreme Commander 860 ET, куплен в 2016 году. Дополнительно установлен ручной стартер. Здесь нет. Оригинальное большое стекло, сиденье пассажира, кофр, сумка на руль с подогревом. Дополнительно выведены две розетки. Две канистры с кронштейном под бензин, отдан чехол для снегохода, лопату, два нижних рычага, поставлен новый аккумулятор. В общем, да, снегоход хороший, но точно такой же и за миллион. Дальше идем. Adventure 19 года миллион. Армеец 2008 года вообще нет. Скандик 13 года 600, миллион 50. Adventure 14 года 600, миллион 50. Ужас цены. Скандик 600, 11 год, миллион 50. Рейнджер 600, миллион 50. В общем, за миллион 50. Вот еще миллион 50. Commander 14 год, точно такой же, как и у меня. Бампер такой же, кофр, сиденье. Так, две фотографии всего. Отличное техсостояние, пробег 2600. Вот пробег здесь меньше, миллион 50. В одних руках, без повреждений, документы в порядке, помогу с отправкой. Но миллион 50. То есть у нас 745 низ рынка, потом еще был один, по-моему, давайте отмотаем назад. Так, 745. 600-ка, по-моему, была какая-то. Adventure, Ranger, Army, Ranger, Scandic, Scandic, Expedition, Commander. Да, вот, 850, Extreme, 6000 пробег, 12-й год, 850, беленький, 600-очка, расширители лыж. В общем, дальше у нас уже идет за миллион. Так. Где он тут был? Вот за миллион Commander. И за миллион 50. Еще 600-й Commander, миллион 90 с пробегом 2000 километров. 1939. Ну, это совсем новый, наверное, Adventure 13 года. То есть больше миллиона. Вот Commander, миллион 120. 600-ка, 11-й год. Тоже 2000 пробег. Ну, здесь, ладно, 4300. Yeti, Commander 600, 13 миллион 150. Я не вижу дальше смотреть объявления. Цена в середине рынка этому снегоходу с дополнительным светом, с лебедкой, с полным ТО и с учетом того, что я на нем практически не ездил, я считаю, что миллион. А там разберемся. В общем, ребята, все, проект официально закончен. Этот снегоход сегодня будет размещен на Автору, во-первых, и будет пост в Инстаграме с информацией о продаже Lynx Commander Evacuator. Если кто-то заинтересовался, пишите мне в директ в Инстаграме, подумаем, и, быть может, вы станете следующим владельцем этого снегохода. И мне очень бы хотелось не прерывать связь с этим снегоходом и посмотреть, как он дальше будет эксплуатироваться. Правильно ли я все сделал, правильно ли я выбрал снегоход и правильно ли установлена лебедка, свет и все остальное. То, что здесь мы его эксплуатировали, это, конечно, мало. Я планировал очень много ездить, плюс на эвакуации. Но эвакуаций практически не было, а какие были, они были... те моменты, когда я был занят, поэтому Дея Вова на брутале их выполнял. В общем, кто заинтересовался, пишите мне в Инстаграме в директ, а остальные ребята ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны, и будем следить за судьбой этого снегохода. А за сколько я его продам, я расскажу либо в Инстаграме в сторис, либо в какой-либо из серий сделаю вставочку и расскажу, как я передал его, что за человек, если, конечно,
этот человек разрешит себя снять и, естественно, цену, за которую я его продал. Всем пока!